Да, ребят, всем привет. В общем, мы приехали на заправку. Точнее, не заправку, мы приехали за стеклами. Вот, оказывается, он на этой заправке когда-то работал. Вован-то здесь как это, как у себя дома. И вот тут все узнают, прикиньте. Да-да-да, вот такая вот заправочка тут. Вован здесь когда-то работал. А сколько ты здесь работал? По-моему, года 3, да? Кофе себе взяли. Ждем такси. Наши стекла готовы. Сахар надо. Чувствую, ты возле этой машинки-то постоянно был. Слушай, вы хорошая заправка. Прям такая чистая, хорошая. Ну да, лучистая, прям шикарная. Здорово. Вот. Кофе. И почем, кстати, кофе здесь? А, есть цены, да? 170. 170. Фига себе, дорого. Отлично. Местный кофе. А всего-то оно из автомата. Да. Ну-ну. А, ну ладно. Да. Оно без сахара, что ли? Да. Так. Вован здесь уже 2 года не работает. Говорит, что нужно здесь работать так, чтобы тебя через 2 года помнили, да? 2 года уже не работаешь. Москва, иди. Моя кофе как будто. Попробуем твой кофе из твоего автомата. Здесь я новый. Новый автомат? Новая машинка. Тогда была старенькая. Кнопочная еще. Кнопочная? Сейчас видишь. Ну и кофе стал дороже, наверное, да? Нет. Ну, кстати, вы все девчонки узнали. Так же осталось. Угу. Прикиньте, все девочки будут помнить. Угу. Все с ним поздороваются, такие все прям. Понятно, все с тобой. Ну ладно. Ну все, пойдемте. Куда? Я тут камеру все проверяю. Да. Как у меня работает. Чего? Тянь 10 рук. Ну. Кофе или зеркало? Да, кофе, зеркало. А я что должна нести тебя? Зеркало? Сам такой. Только не разбей. Кстати, у нас получилось 2 зеркала. А что так что? А хрен знает, что они для вас сделают. Хотя одну заказывал. Ну. Все, пойдемте. А из кофе? Да, что не видишь? А, понятно. Круто. Сосиски. Он тут предлагает. С беконом, кстати. Вот так вот. Ну все, пойдем. Сделать хот-доги, Владимир. Владимир, тебе сделать хот-доги? Нет, сами кушайте. Вот до сих пор помните его, да? Конечно. Где это? Ага, понятно, интересно. Пошли бы. Пошли бы, Владимир. До свидания. Посиди. Да мы уже пошли. Спасибо. Ребзи, еще раз здрасте. В общем, мы продолжаем нашу морализонскую, так сказать, балет наш. Вот. Отвезли мы домой стекла. Все хорошо. Потестила я новую камеру на телефоне. Кстати, напишите в комментариях, понравилось вам качество или нет. Как качество звука, как качество картинки. Я пока еще к ней пристраиваюсь. Ну, вообще, мне, конечно, нравится, то, что можно видеть там, туда-сюда. Мы сейчас немножечко хотим погулять, вот, а потом поедем домой вставлять эти стекла. У нас теперь будет либо одно запасное, либо, я не знаю, поменяем какое-нибудь. Ну, кстати, по цвету, мне кажется, они прям одинаковые, да? Да. Ну, все, все отлично. Вот, погода у нас шикарная, шикарная. Вован что-то целый день ворчит, не выспался, говорит. Да. Вот, но ничего, надо зато. Боевой строй. Ну что? Чего? Я не как ты. Ну, молодец, не как я. 3 часа только спал. Да. Зато в кровати. Царь. Знаете, куда мне Вован предлагает сходить? Куда ты мне предлагаешь сходить? В мужской бар. Зачем? Как зачем? Просто глядеть. Да? А что мы там делаем? Не знаю. На девочек смотрим? А что там делать? В мужском баре. В мужском баре? Это бар. Ну это ж мужской это, бар. Это не стриптиз. А это ж мужской бар. Это бар. Это бар. А что там бар делать? Что, пьют? Да, да. Пьют только? Да. Все, один на один? Ну, может быть, с кем-то. С кем-то? Да. С женой, например, да? И не только. А с кем еще что? С другом. С другом? Если да. С другом вышел в путь. Если с другом вышел в путь. Говори пароль царя, да? Тогда вход бесплатный, да? Да. Понятно. Ага, значит, в бар меня приглашает. А знаете, какой бар меня приглашает? Вон в тот, Бурлеск. Он мне говорит, там просто бар. Там типа просто пьют, да? Да я знаю. А это что ж ты это? Ничего не знаешь?
Вон сайт, нужно поглядеть, что там. Да, ты, а так ты не знаешь, да, что там? Не знаю. Не знаешь? Я первый раз вообще слышу. Да? Слушайте, вот он вот сегодня... В Минстуре я знаю, что там. И что там? Что там бар. А что там? Там бар? Там бар. Там бар, да? Там это барная стойка такая длинная. Вот он сегодня, кстати говоря, ушел рано, а пришел поздно. Да. Я вот думаю, точно он на работу ездил, а? Я в 10:30 ушел вообще-то из дома. Да. А пришел в час. Да. И вот что ты 1.5 часа делал? Не, ну хорошо, 30 часа что ты делал? Час туда-обратно съездил. А за полчаса? Там байки травил. Байки травил? Да. С кем? С дядей Васей. С дядей Васей? Точно с дядей Васей? С дядей Гришей. А если проверим? Потом с Андрюхой. Олега видел? Да. Олегу как... привет передал? Да. Давай передай сейчас привет Олегу. Он нас смотреть будет, наверное. Витаминку ему отдал. Витаминку отдал, молодец. Передай привет Олегу. Чего? Вот змей передал. Олег, напиши в комментариях, он у тебя был, а то я это переживаю. Да. Будешь моим тайным это. Витаминку, да? Да. Он тебе витаминку от меня доставил? Ну все, Олег, ты мне теперь должен. Давай. Скидывай мне, пожалуйста, ВКонтакте, чем он тут занимается. А то, понимаете, тащит меня в бурлеск-бар. Мужской. С другом, с Олегом, да? А я знаю, что там, да. Я знаю. Надо же узнать, что. Надо же знать, да? У тебя же новая рубрика. Новая рубрика по барам, да? Не, кафе, ресторан. А, ты хочешь... Суточный Вован, да? Хочу начать. Во. Вот это, да? Да. Вот это вот, да. А, то есть ты хочешь рубрику «Суточный Вован» провести там, да? Да. В баре. Да. Слушай, у нас 85% женщин смотрят. Я боюсь, они не оценят. Ну, то есть, нет, почему не оценят? А что так? Сколько там смотрят? 85, да? Вот 85% женщин будут знать, что ее муж делает в таком баре. Что там такое интересное, чего нет дома? Да. То есть, что нужно... Учебное пособие. Что нужно дома сделать? Стойку поставить, да? Ушки надеть, масочку, да? Это просто так, что, чтобы забли влекают. Да, а на самом деле там попойка. Короче, женщина, следите за своим мужьями. Мы зашли в столовую номер один еще. Очень горячий. Очень горячий? Да. Ой. Фиг ты удержишь. Взяли, если этот одеть, перчатку будет нормально. Перчатку, да. Вон, взяли по глинтвейнчику. Давай, иди. Кстати, это вот помните, у нас в Питере мы все очень нам нравилось. Столовая номер один. Мы здесь как-то были, по-моему, пару раз. Но, честно, по-моему, в Питере лучше готовят. Вот взяли глинтвейнчик. Сейчас попробуем. Что за глинтвейнчик? Да, в принципе, народ здесь есть периодически. Но в основном те, кто с Покровки. Или кто-то кушает. Вот так вот. Сейчас будем идти пить глинтвейн горячий. Но, правда, он алкогольный. Отличное место сюда привезти девушку. Ибо знаешь, что здесь недорого. Там вон сзади сидит парочка. Там это дело, там так, закуски. Нет, это просто к тому, что это... Можно привезти сюда девушку, знаешь, что здесь недорого. Требуйте всюду сосиски. Вот. Это чувствую, Вован здесь пропал бы. Сейчас, кстати, пойду покажу вам ассортимент, что тут есть. Если он придет, клинтвейн заберет. Ну, здесь это вот, видите, бар. Какие-то вот тортики есть. Вот там вот еда. Но мне кажется, здесь что-то поменялось, потому что запах здесь, по крайней мере, стал лучше. Здесь ступенька. Да, нужно осторожно быть. Так, и здесь вот скользко. Эть. Чё ты там сказал? Такую женщину можно сюда. А, Вован, шутник. Я сказал, для такой женщины это самое то. Ага. Да ладно, нормально. Что-то. Экономия. Должна быть экономной. Сейчас это кризис, это везде в экономике. Ну. Нужно экономить. Да, короче, вот, в общем, если что, если мужики хотите сэкономить, привозите девушек в столовую номер один. Вот меня сюда привел Вован. Покушать и выпить. Да, меня сюда привел Вован, да. Мы типа сюда это по нужде. Ходим. В итоге. По нужде мы ходим. Не, кстати, очень горячий такой глинтвейн. Он его паром грел. Это минуты три, наверное. А ну, может от вина, наверное. Ой, да там алкоголь-то нифига нет. Ну считай, сколько если это? Брать сухое вино, ну. Красное, то ну. В крымском вине где-то 11 градусов. Ну. Здесь при нагревании, ну дай бог, вот здесь остался. Здесь в мензурке капал так это. Кап. Нет, здесь, наверное, остался. Да? Это я не знаю. Ой, да. Это градусов 5, может. Ну. В общем, смысл в том, что это так, чисто легкий. Не, ну он очень горячий, конечно, прям. Он призван, это, греть. Согреть, да? Да. Понятно. Слушай, я сейчас еще хотела, знаете, куда сходить? Я к моему мужу на «ты». Вот. Там
Там кто-то просил. Да, просили пряники показать. Пряничный у нас там домик. Пряничный домик. Девушка одна просила. Сейчас попробуем зайти посмотреть. Ребятки, вот пряничный домик. Просила девушка одна показать. Вот у нас стоит вот такой вот, видите, пряник. Я не знаю, можно ли там снимать, но сейчас немножечко поснимаю. Вообще там внутри, я так поняла, пряники какие-то. Пряники, сувениры и прочие утвари. Вот, давайте посмотрим. Вот такой. Здрасте. Вот такой пряничный домик. А у вас здесь как пряники и сувениры, да? Разговаривать никто не хочет. Так, вот пряники. Так, это нижегородские у нас получаются пряники. Вкусные, о, вкусно, вкусно пахнет. А производство это чье? Это Покров. Покров, да? Специально для нас, для Нижнего Новгорода, для нашего магазина. А-а-а. По нашим макетам. Таких пряничков нет нигде в Нижнем Новгороде. Только у нас. А срок годности ни в какой? 2 месяца. От даты изготовления. Допустим. Это вот сегодняшний привоз. 03-02. И плюс 2 месяца. До чего? До 3 апреля. А избитень есть, да? Да, избитень есть. Избитень знаю. Там очень шикарный. Пушистый. Медовый и но 5,9 градусов. Мед, да. Вставленный питейный мед. Шишки. Шишки, да, варенье сосновых шишек. Ассортимент. О, большой, хороший ассортимент. Вот есть кедровый орех, грецкий, тоже варенье сосновых шишек. Вот ага. Очень густой такой, шишек много-много, но не прям целая банка. Красиво. Такой магазин у нас. Ну, это, как бы я понимаю, сувениры, да? То есть это все. Вот даже красиво так это. В национальных нарядах. Здорово. Ясно. Ну, вот такой у нас есть магазин. И даже вот здесь можно сделать монетку, я так понимаю. Такой пряничный домик у нас есть. Там действительно, кстати, очень огромный выбор пряников. Там прям реально прям, знаешь, ой. Да. Кровать лежит. Сувениры, кровать. Хлеб-соль. О, кстати, да. Караван, хлеб-соль. И смотрите, и видите, здесь еще это красиво все. Видите, как сделано. Ну, в общем, все, что вы хотите, вот если в Нижнем Новгороде когда-нибудь будете, приходите, вот здесь вот находится вот такой пряничный домик. Это прям вот напротив. Драм-театр, да, это у нас? Это у нас какой театр? Драм? Драм. Вот, напротив драм-театра. Вот так, у девушки просили узнать, я посмотрела. Все, лайк не нусику. За это. Не, я бы еще поснимала. Там музыка играет просто. Авторские права, блин, прилетят. К сожалению. Не играет. О, а еще вот есть вот такой вот у нас, видите? Да. Ну, кстати, вот я такие магазины со сладостями встречала во многих городах. Даже в Питере, кстати говоря, были. Вот, в Сочи точно помню было. Вот, там, по сути, как обычные сладости. Видите, как типа пиратский магазин. А вот, видите, два одинаковых. Один пиратский, другой сокровище дракона. А по сути, одно и то же. То есть там на развес сладости всякие. Пастила. Да. Ну, я, честно, я не любитель вообще сладкого. Но я, так сказать, это, в охотку. То есть, ну, не так, что вот некоторые прям до трясучки сладости любят. У тебя хороший какой-то глинтвейнчик. Слушай, очень вкусный вообще. Очень классный. Приятненький. Чувствуются такие травки. Хорошие. Вот. Так что вот такие у нас есть места. Вот, кстати, мне как-нибудь хочется сходить вот в этот паб у нас в Нижнем. Британский паб. Там, говорят, очень вкусное пиво. Разливное английское, но... 425 рублей. Ну да. Не, а еще есть, кстати, наш английский паб, помнишь? Английский эль. Да, как там? Пап. Да-да-да. А я не помню, как. Вот, там тоже, кстати, очень классное пиво, но, блин, там одна кружка, по-моему, 300 или 400 рублей 400, за пинту. Так. Вот. Там пинта. Но... Здесь за пол-литра. Да, за пол-литра. Смотрите, у нас на Покровке все еще осталось. Вся вот эта красота. Ее не убирают. Ну и хорошо, что не убирают. Все, в общем, все, что просили, я сделала. Если будут какие-то еще заказы в районе Покровки, пишите, сделаем. Ну, пишите лучше в Инстаграм. Кстати, все ссылочки на Инстаграм есть в описании под видео. Внимание, сейчас вылетит птичка. Тренируем Вована, чтобы он не грубил на камеру. Да. Давай, птичка. Да. Давай, Вова, в стойку. Да. Давай. А то так сразу. Та-да-та-дам-там-там-та-дам. Вова, птичка. Ну-ка, во.
Птичка! Эх, ребятки, все, добрались мы до дома, слава богу. Хочу ёчку попить. Слушайте, что купили, что купили? Купили, зашли в Спар. На 1796 рублей купили. Очень интересные вещи. Сейчас вам все покажу. Все покажу. Что-то лень все не готовить было. Купили кое-какую готовую продукцию. Это так, на мукбанг, на ужин. Ну, это все увидите на ужине. Да. Так, дальше. Смотрите, купили вот такой вот снежок вкусненький. Вот, домик в деревне. Очень нам понравился. Вот. Там, не знаю, как-нибудь побаловаться там или еще что-нибудь. Купили две штучки. Купили бананы. Так, и, ребята, что мы взяли, Нет, это не и. Купили колбасу вот такую вот имперскую, Вовчику, на завтрак, потому что скоро ему на работу. Так, что мы купили? Мы купили рульку, ребятки. Вот такая вот рулька хорошая. Одна. И вот такая вот вторая. Прошу заметить, вот. Две рулечки купили хороших, крупненьких. О, вот такие классные рульки. По 179 рублей в Спаре. Вот одна на 215 рублей, здесь кило 200. А вторая тоже кило 200 на 227 рублей. Взяли вот таких две рульки. Хотим сделать а-ля холодец, а-ля зельц, а-ля какую-нибудь колбаску. Так, сейчас мы их уберем пока. Будем делать через пару дней. Вот, я нашла классный рецепт. Вот, хочу сделать. Дальше взяли хлебушек. Так, взяли еще фейри. У нас фейри заканчивается. Кстати, хорошая акция в Спаре была. Взяла молоко. Мало ли вдруг буду делать эти блины. У меня же теперь есть специальная лопаточка. Взяла себе... Ой. Взяла себе шоколадки. Что-то руки не держу. Взяла две шоколадки вот таких твиксов. Взяла кефир. Вот, ну, разумеется, воду. Вода нам пригодится. И Вован взял сардельки. Вот. Итого, общий чек у нас получился на 1700 рублей. На 1700 рублей. Вован хотел сделать просто запечь рульку, а я предложила, говорю, давай сделаем такую колбасу. Вот, я думаю, будет очень вкусно, да. Шлёндры. Ладно, сейчас будем ставить стекло. Да. Я опять тренируюсь снимать на камеру, потому что я хочу все-таки рано или поздно снимать на камеру. Сейчас я вам все покажу. Так, во, смотрите, что взяли. Получается, у нас сардельки. Кстати, сардельки у нас на 192 рубля. Бананы, кстати, стояла, выбирала долго. Там одна девочка, кстати, вообще выбирала бананы просто от разных пачек, оторвала себе по одному кусочку. Вот такой вот фейри взяла. Кстати, странно, почему-то его делают в пакетике. Ну, видать, чтобы не пролился. Вот такой вот фейри нежные ручки. Да. Вода майкопская, постоянно ее беру. Хлебушек. Так, снежочек. Так, ребятки, я вас очень сильно прошу, напишите, нравится ли вам качество камеры, потому что в процессе, возможно, буду снимать на камеру телефона. Так, вот такая рульчика, смотрите, хорошая. Кстати, здесь действительно очень так прилично мясо мы взяли. Редко встречается такая хорошая рулька. Видите, классная. Так. Все, мои хорошие, сейчас будем устанавливать стекло. Вот это вот. У нас два стекла. Я не знаю, посмотрим по цвету. Если вдруг вот это не совпадет, то поставим оба. Как хорошо, что у нас есть теперь два. Наконец-то будем ставить стекло. Хорошо, мы так его запаковали. Пупырочку. Мы когда ехали, я все ехала, пупырила. Странно, почему-то заказывали одно стекло, а в итоге нам два сделали. Не, ну я так-то рада. Ну, все. По-моему, по цвету, кстати говоря, подходит, да? Да все хорошо. На что кабинишься? Ничего не кабинишь. Вот на тебя протирай, ты хотел. Тряпушка. Ай, блин. Да, достаточно. Ну, я не знаю, подойдет, не подойдет. Ну, вроде по цвету вот одинаковые, да? Они вот, видите, он бронза, как вот мне сказали. Но они какие-то такие тяжелые. Прям совсем. Ничего не тяжелые. Их просто два. Просто два? Из-за этого думаешь? Ну, давай. Там было одно, оба легкое. Mm-hmm. Ты думаешь, оно легкое? Или ты уже не помнишь? Осколки, ну, когда собирал. Они, ну, блин, осколки собирали, так оно, извините, нам, когда упало, оно нам даже пробило. Вон, видите? Вот это вот. И все. Так что сейчас вот будем ставить. А ее все будет хорошо. Вот в эти вот пазы. Вот. И все.
Справишься сам-то? Давай. Красавчик. Красавчик. Люблю смотреть на мужчин. Да. Давай, мой хороший. Мой красавчик. Фиксируй сначала, да? А то нас там прям уже заругали. Типа, вот, никак не можете сделать стекло. Ну, все сделали. Надо сначала вниз вставить, да? Да. Потом это. Давай подержим. Аккуратно. Обработали. Обработали по краям, да? Да. Влезет? Ну вот 4 миллиметра получается стекло-то. Может подержать? Надо? Аккуратненько. То он сверху, да, вот зафиксирую его. У нас будет запасной. Ну, кстати, по цвету они, по-моему, вообще одинаковые, да? Слушай, а не упадет? Оно потому что тяжелое. Ну ладно. Тихо. Держи дверку. Давай, держу. Все. Нет, подожди. Нет? Не держишься? В другую сторону? Там мне подышит. Чё? Мотолок. Зачем тебе мотолок? Резиновый. Резиновый мотолок? Сейчас подам. А что там, забить что ли надо? Дверь. Держу, держу. Все. Нижний, главное, зафиксируй. И все. Все, красота. По фэн-шую. Даже запасное зеркало есть. В общем, если вдруг будем это ругаться снова. Все? Аккуратней. Все, давай протри вот это, пока там залез, руки. Протри немножко. Чуть. Ну, все. Знаете, как по красоте все сделали. А по цвету, кстати, по-моему, не отличаются, да? Ну, все. Ловкость рук и никакого мешанства. Все, принимаем работу. Аккуратненько. Все. Ну, кстати, вообще по цвету идеально подходит. Ну все, девчонки, кто молодцы? Вот этот вот человек молодец. И вот этот вот человек молодец, потому что я все это дело заказывала. Все, мои хорошие. В общем, все мы сделали. Теперь у нас все хорошо. Сейчас будем кушать. Обязательно всех ждем на мукбанг. Не забывайте подписываться. Ну и пальчики вверх. Мы все сделали. Ну, еще кое-какие есть дела по дому. Ну, это потом впоследствии. Все, увидимся на мукбанге.